Какой все-таки правильный поступок вы сделали, что включили именно нас именно в данный момент? Мы не находимся сегодня не в своей студии, хотя казалось бы, да? С вами Артур. Сегодня мы получилось так, что в меньшинстве, да? Ну как в меньшинстве? Мы всегда с тобой, всегда в любой компании в большинстве. Да, с этим у нас проблем не бывает, да, я согласен. Да, не, ну на самом деле, я думаю, пора сказать, где мы находимся. Мы находимся в замечательном поселке Домбай. Где-то над Домбаем. Да. Хотя, пока я сюда ехал, мне уверяли, что мы едем в Дубай, где-то наверху Бурдж-Халифа. Большое самое высотное здание, но это не так. Хотя Бурдж-Халифа есть, это знаменитая жительница города Черкесска, она здесь именно сегодня и пребывала. Ну, как тебе ощущение, Артур, быть над Домбаем? Артур, знаешь, над Домбаем, вот знаменитая миниатюра здесь. Вот у меня единственное, чего я вот всегда, ну, как бы, наверное, только я так печалюсь, когда с нами нет Тимура. Нет, я не согласен. Даже мне очень тяжело на душе. Прям вот я вместо него даже, вот я представляю, что он здесь сидит, вот аура его, она рядом со мной. Теплое дыхание этого холодного воздуха. Теплое дыхание, да. Тимура Джанкёзова. Не, я скажу, что сейчас Тимур Джанкёзов в Сочи. Он в теплом городе нашей страны и участвует в КВН. И мы очень надеемся, что он принесет нам большую победу. Очень надеемся, что у него также тяжело на сердце из-за нас. Да. А пока его нет, я думаю, что вот рассказать про Домбай. Вот что-то надо вот нам, я думаю, рассказать про этот поселок. Начнем с того. Именно благодаря Домбаю я впервые в жизни узнал, что такое гипс. Да. Не, на самом деле, Домбай, вот кто не был здесь, мы все рекомендуем здесь побывать, потому что здесь очень хороший воздух и очень яркие, красивые места. И вы можете сами увидеть вот. Да, само собой, вот эта атмосфера, она как бы подразумевает уже такую теплую беседу. Но так как у нас нету с собой сегодня нашего даблдейкера, мы в канадкодейкере сегодня ведем нашу программу. Он тоже двухэтажный, там наверху живут вьетнамцы. Там наверху третий оператор, ему холодно, но пришлось пожертвовать одним человеком, чтобы у нас получилась интересная передача именно для вас. В такой вот хорошей обстановке, я думаю, у нас будет хороший гость. А ведь не без этого мы сюда пришли. Да. Так и хочется, знаешь, вот в этой холодной морозной обстановке не хватает нам именно зажигалочки, которая вот зажгет нам горячий костер нашей беседы. Есть такой человек. Есть. Есть такой человек, и я тебе расскажу о нем. Подожди, это не тот человек, который сейчас за окном делает пируэты. Он умеет делать пируэты, и вот в отличие от нас с тобой, он очень хорошо катается на сноуборде. Это наш хороший, добрый друг. Посмотри, он даже подходит к каждой туристке и говорит: извини, я выбираю не тебя. Ну да, он ходит и напевает: приди ко мне, я словно ветер. Сейчас он поет строчку: я привык к судьбе снеговика. Рио де Жанейро. Вот так вот. Думаю, что он... Знаменитый кавказский бразилец нашей эстрады. Да. А у нас сегодня в гостях... А у нас в гостях сегодня лучезарный, веселый. Так. Кто? Продолжай. Азамат Пхешхов. Встречаем. В нашу студию сейчас заходит. Пожалуй, к нам. Черный ворон, что смеешься надо мной? Захотел ли ты добычи, черный ворон, я не твой. Как хотите, сторожите, все равно я убегу. Я сижанин злой породы, что-нибудь да натворю. Ну, рады тебя видеть. Тем более в такой вот обстановке. Тем более мы 12 часов уже ездим, тебя ждем. Зад-вперед мы кругали даем. Ну, я вам скажу, тут потеплее, чем там наверху, где я катался. Какими судьбами тебя сюда занесло, расскажи нам.
Ну вот в прошлом году я научился на сноуборде кататься, и с этого года, 2015-го уже, считаю себя ярым поклонником этого вида. Катальщиком. Катальщик. Это именно так называли раньше. Каталонцы. Людей, которые месили тесто. Но у нас к тебе есть несколько предложений. Раз уж мы тебя сегодня здесь поймали, мы хотим произвести с тобой некоторые вещи. И первое, это обсудить. Я надеюсь, это не больно. Это больно. Причем, знаешь, вот интересный такой случай. Год, наступивший год овцы, как раз очень удачен для лыжников и сноубордистов. Ну, баранью тоже должны быть как-то, да, вести в какой-то... Не на шампуре же им все время быть. Зато теплее. Вот. Тоже хорошее начало. А так, у нас есть новость, которую я хотел бы с тобой обсудить. Да. Обезьяна украла фотоаппарат и устраивала себе фотосессию. Артур, я тебе говорил, оператор — это нормальный человек, это свой. Причем это очень распространенное явление на самом деле у нас. Как да, бы, она делала селфи. Я как понимаю, обезьяна сама себя снимала. Ну да. Как она? Да. Селфи. Наверное, это обезьяна еще и в Инстаграме где-то сидит. У нее по-любому есть страница. У нас в республике чаще всего угоняют фотоаппараты не обезьяны. Ну как, их так называют? Бывают, да. Да, тех, у кого олени угнали, да, да, да. Их так и называют. А вот кто-то, когда... Были у тебя встречи с обезьянами вообще в жизни? С обезьянами? Ну, помимо той нашей давней с тобой встречи. Честно говоря, даже не припомню, чтобы я где-то... Обезьянки приходились там, видите, на море там. Не, ну, что ж тут сказать? Обезьянка... как бы ничем особым не отличается от всех остальных людей. Да. Также ворует фотоаппарат и также фоткает сама себя. Именно так появилась идея фильма «Планета обезьян. Революция». Именно так появилась социальная сеть Инстаграм. Балотелли первый завис. Балотелли, да? Ах, вот, не указано имя этой обезьяны. Ну, помимо прочего всего, что мы как бы тебе вот сегодня здесь приготовили, хочется с тобой просто поговорить для начала о тебе, о твоем творчестве. Мы все знаем, что ты очень динамичный человек, очень активный, очень позитивный в жизни, что ты много где бываешь, много где ездишь. Да, вот очень стеснительный. Очень неумело фабрикуешь стеснительность. Ну, что я могу рассказать? Ну, начиналось все... на самом деле с песен вот в таком возрасте. Так. Вот в таком. Это в таком подожди, сколько метров было тебе? Вот как раз как обезьянка. Да. Украл микрофон тогда, маленькая обезьянка. Я тогда пел песни Олега Газманова, насколько я помню. Дружба чиста, как слеза, счастлив тот, у кого она есть. Пам-пам. И вот с этой песенкой я выигрывал конкурс. Кавказские самоцветы. Причем получил первую травму во время выступления. А потом как-то мое сердце не выдержало, и я начал танцевать. Вот так. А скажи, ты одевал да те белые колготки? Нет. У нас были черные под костюмом. А вот этой вот юбочки не было вот такой вот, который? Нет, у нас все было в национальном плане, в национальном стиле. Uh-huh. То есть национальный танцор кавказский, он тоже там в филармонии числится как артист балета. Вот так вот. То есть я иногда на свадьбах становлюсь артистом балета. Причем официально. Ну, все мы знаем, что ты... с этой стези немножко отошел и ушел в пение. Да, сначала это все как-то начиналось. О, давай, ты же на гитаре умеешь, давай нам спой что-нибудь. Угу. Ну и там где-то что-то спели. И друзья, которые работали в студии, я думаю, вы их знаете. Слышали? Наслышали. Я думаю, тебя даже Розенбаум сейчас понял. О, те самые друзья из студии. Вытирая свои усы, как Розенбаум. Спой один раз на гитаре, он до сих пор не может спеть. Тогда мои друзья настоятельно порекомендовали мне заняться сольной карьерой, и вот как-то вот так все получилось. Мы до куда-то... Мы выходим?
мы докуда-то доезжаем, а куда мы сейчас тебя поведем, это большой сюрприз. Сейчас да. мы тебе Готовься. Покажем. Готовься. Ну, поехали. Забирай свой сноуборд. А хочешь, расскажу, как без тебя живу, и больше не могу держать в себе свою беду. Судьба ослепла, сбегу с планеты этой, только птица света улетает в небо. Ну, мы медленно и уверенно переместились в анклав тепла в нашем Донбай, пока отогревается наш гость. Не, на самом деле, я так вам сначала скажу, вам обоим, я уверен, что вы оба не знаете, где мы находимся. А я долго изучал название этого места. Я знаю, мы в Донбай. Ну, это одно, а вот где нас вот так вот приютили, посадили у камина, это... Отогрели. Да, это гостиница Big Inne. На самом деле, кафе называется «У камина», очень уютное, очень... доброжелательная обстановка. Не, на самом деле, у нас есть вот такая вот рубрика постоянная, и мы хотим с тобой ее сейчас вот как-то вот так вот исполнить. Называется она очень странно. Называется она «Свидетели ЕГЭ». Вот так. То есть мы задаем тебе вопросы, ты должен максимально быстро на них ответить. Вопросы умные, ответы должны быть глупые. Да, я постараюсь так ответить, но я в школе хорошо учился просто, я не знаю. Тут просто нужно отключить свой мозг. Многие гости успешно с этим справились, до сих пор его не включили. Да, давай тогда начнем. Пожелаем удачи Азамату. Ты готов? Да. Улыбнись. Фирменная. Так, поехали. Где отдыхал Дед Мазай? В Донбай. Как бы ты назвал кавказскую мурзилку? У камина. Чем пахнет кризис? Обамой. Кому завидует Сташевский? Обама. Где Обаме? Как эстонцы реагируют на лезгинку? Зачем Дед Морозу термос? Согреться. Что ты делаешь, когда тебе нечего делать? Дед Морозом подрабатываю. Дед Морозю. Как починить синхрофазотрон? Синхрофазотрипом. Какое твое любимое животное? Не кошка. Почему? Потому что не люблю котов. Ну, молодец. Молодец, ты справился, молодец. Да. Но нормально спешу тебя обрадовать, да. Визу в Америку тебе, скорее всего, закроют. Причем навсегда. Я вот знаю, что у тебя совсем недавно прошли сольные концерты по многим городам Республик Северного Кавказа. Вот расскажи, как они проходили? Были какие-то курьезные моменты? Ну, начнем с того, что в позапрошлом году первые сольные концерты по Карачаево-Черкесии были. И вот уже, получается, в прошлом году, в 2014-м, провели эти же концерты по Кабардино-Балкарии. Дальше... На очереди Ставропольский край, как чуть-чуть потеплеет, будем уже над этим. А что, Ослагу вот в холод пойти и всех разогреть? Ты никогда не планировал на вершинах Донбая спеть? Вот сейчас прям замечательная погода как раз для твоего творчества, я думаю. Смотря что спеть. А если вот спеть... 100 рублей. Или как в моей копии, все по 39. Все по 39. В долг. Можешь? Заказать в долг. Можешь? Ну, я вам поверю на слово. Смогу. Ты уже, более того, ты был 12-й человек, который нам поверил на слово. Судя по количеству наших выпусков. Ну, хорошо, что я не 13-й, кстати. Я вовремя успел. Не, ну раз уже пошли, да, вот по вот этому пути, по пути заказывания песни, я думаю, у нас вот здесь есть... Замечательная аудитория. Если судить по вздрогнувшей публике, они прям хотят сделать тебе небольшой заказ. Я тебе сразу скажу. Гамнам стайл я не умею. Я даже знаю, как мы тебя будем называть. Азамат iTunes. Белые розы. План того поем мы. Мы поем белые розы, а я вот такими вот штучками тебе буду подыгрывать. Ну, с удовольствием. А он будет портить. Я буду со скучной физиономией слушать и наслаждаться вашим талантом. Ну, поехали. Как и все в этом зале. Попробуем.
розы, белые розы, ей зашли на шипы. Что ж ты не сделал, снеги, морозы, лёды, витрин, голуби? Люди украсят вами свой праздник лишь на несколько дней. Ну мы видим, как бабушка 30-летняя сейчас хлопает. И оставляют вас умирать на белом холодном огне. А есть еще реальное желание? Это пожелание. Что-то белое есть еще? Белая горячка есть. Белая стрекоза. Да, спой там же. Спой нам о результатах радиации в Чернобыле. Белая стрекоза. Стрекоза любви, стрекоза любви. Стрекоза любви, стрекоза любви. А я напоминаю, что мы находимся в... На, я сейчас посмотрю еще раз. На пике Ине. На пике мы находимся. Да, и после этого выпуска, я думаю, нас отсюда больше не выпустят. Давай что-нибудь из современного. Давай что-нибудь из современного популярного. Джимми Джимми. Ворона улетела, говорит. Я пошла с ней, говорит. Ну, ты не слушай. Нет, Джимми, кстати. Джимми. Как ты мог забыть про него, да. Как говорится, нашей молодости. Это помнишь? Песня, под которую хочется драться. Со звуками. Да. Вот со звуками вот такими. Эй! Коронки на кануки. Асике маре, асике дуе, анджесе. Налейте чай покрепче этого. Спасибо. Браво. Без того крепкого кофе. Что мы хотим сделать с тобой теперь? Со мной? Да, с тобой. У нас есть не несколько... бояться? Да, у нас есть несколько... Нет, после программы твоя судьба уже предрешена, но сейчас, именно в данный момент, так, что мы у хотим нас тут сделать Артур дальше? Смотрит? Это мне уже да. Интересно. Не, у нас есть, мы как бы, да, вот перед тем, как вот сюда сесть, повыбирали твои самые такие смешные, может быть, глупые фотографии. Я очень долго рыскал в твоем фотоальбоме и нашел такие... Да, и хотели бы, чтобы ты нам как-то вот объяснил, более-менее что каких... странные фотографии, да, я не могу понять, что даже думать о тебе. Если можешь, то так, объясни. Мне уже страшно. Объясни. Все, смотрим. Такая вот, начнем с такой кондитерской фотографии. Я думаю, что это черный X-Men. X-Men. Да, какой-то на груди у него. Ну, на самом знак деле, это было года три назад в Лазаревской. Там проходил фестиваль, я не знаю, даже уже не помню, какой. И решили сфоткаться в национальном костюме. Правда, я на заднике не увидел, что там написано Nestlé. Мороженое Nestlé. Так. А что вот это за каникулы? Об этом нам, я думаю, даже Артур лучше расскажет. Это в Адлере. Это в армии. Элитное подразделение розовое. Морские котики. Новая форма от Юдашкина. Морские тигрята называется, да, форма. На самом деле мы ехали с Абхазии, вот тогда я почему сказался, Артур помнит. Мы с Артуром ехали тогда. Остановились у друзей в Адлере. И вот как-то... Вот так время проводил. Мне кажется, ты... А вот здесь вот следующая фотография, которой здесь нет, как раз символизирует нам годы твоей работы, деятельности в Бондюэль компании. Воровал кукурузу, честно скажу. Воровал. Так. Ну, чистосердечно признание может немного облегчить твою судьбу. Как бы... В наше же время кукурузу воровать – это не воровство. Ну, теперь ясно, откуда берутся вот эти таинственные знаки на полях кукурузных, пшеничных. Оказывается, в форме это круга, да? Просто-напросто Азамат Кешхан. Прожорливый певец. Прожорливый певец, да. А по мне не скажешь. Так, ну разобрались. В любом случае, кроме того, что у тебя есть хорошее чувство юмора, мы поняли, что у тебя есть хорошая самоирония. Самоирония – это самое важное. Да, это очень важно. Ну, а пока мы...
за нас не, не попросили счет, мы по-тихому должны отсюда спать. Уходим. Азамат, спасибо, что ты побывал на нашей вот такой вот импровизированной домбайской студии. Но мы просто так тебя бы не отпустили. Ты это знаешь. Мы подготовили... Как я уже понял, да. Подготовленная вот твоя гармошечка, да? Которую вот сейчас вот тебе даст вот человек по имени, прекрасному имени Артур. А у меня есть вот такие вот инструменты. И мы сейчас споем твою песню, которая называется «Рио-де-Жанейро». Я буду твоим нотным столом. Так. Готовы? Поехали! Водит в ноги холодный ветер, снеговик не нужен детям. Дома все сидят в этот мороз. Лишь зимние гости против смешается синоптик, а я поэтому прячу свой нос. Иди ко мне, я так хочу к тебе, Рио-де-Жанейро. Ты там играешь на волнах, я в шерстяных носках, Рио-де-Жанейро. Иди ко мне, я встал на лес своей, Рио-де-Жанейро. Ты там играешь на волнах, я в шерстяных носках, Рио-де-Жанейро. Одевайтесь теплее. Пока. Море гладь и шум волны передо мной, но сегодня мы не встретились с тобой, ты ушла. И стала мутною вода, ты ушла. И не вернешься никогда, а я не стану ждать тебя на берегу. Не знаю, я жить так больше не могу, объясни. Зачем уходишь от меня, ты храни? Я все равно люблю тебя. Эй! Аля! Душа дороже нас, а? Ай! Смотри, туристы! Говорим!